Всем привет, ребята! Сегодня играем в виртуальную реальность. И у нас сегодня будет интересная игра, которая... Она называется «Лаборатория», конечно. Мы уже показывали одну серию про нее. Но в той серии Тёма играл со собачкой виртуальной, там, чесал ей пузик, там, ходил по территории всякой. А сегодня мы вам покажем, какая там есть интересная мини-игра из про лучников. Да, которые стреляют вот так. Из лука, правильно, да, Тёма? Да, из лука, вот так. Ну что, Тёма, давай, поехали? Да, поехали! Вот, ребята, смотрите, мы внутри. Как всегда, наш песик здесь, мой маленький. Да, ой, какой хороший! А может, это не песик, может, это коту, Тёма? А, да, может быть. Нет, где-то я читал, что это песик все-таки. Да. Так. Лысый песик. Да, лысый, железный песик. Вот, короче, какая у нас интересная, красивая, виртуальная реальность. Да. Тут вокруг все у нас, все есть. Кстати, вот это лук. Давай возьмем. Вот его можно взять. Да, давай. Вот так, смотрите. Ого! Вот. Сейчас куда-нибудь шагнем в дерево. Дерево, давай. Оп. Не попали, давай еще раз. Ало. О, молодцы. Давай еще. Вот это, да, я не знаю. Да, вот это не игра, конечно. Это не игра, а игра вот находится здесь. Да, по-моему, давай. Здесь, да. Итак, ребята, мы идем вперед. Да, давай. И надеваем это на голову. Ой, я не хочу, я боюсь. Давай. Вот. Давай, загрузка как. Загрузка пошла. Да. А ну все, не так, стоит. Вот, смотрите, вот это такое поле. Да. Тут мы находимся, мы будем сидеть, короче, здесь. Вот этот человечек, вот тут, вот видишь, как? Да. Видно тебе? Я потому что не знаю, там видно, что не видно на экране. Видно. Мой джойстик видно тебе? Да, видно. Ага. А вот это наши противники, вон они впереди веселятся там. Да. А мы должны будем охранять вход в крепость, вот там который. Ага. А типа они выигрывают, а мы нет. Вот типа веселятся, да. Вот, и мы, смотри, мы теперь здесь. Да. Мы на крепости. Ага. Ну давай, сейчас пойдут они. Не пойдут, они ждут. А, тут? А чего ждут? Чтобы они? Начать, надо кого-то из них пульнуть. Я думаю, давай вот пойду. Ой, не попали. Не попали. Вот. А вот попали. А потом шарики разлетаются, можно еще и шарики попадать. Не, давай лучше не шарики. Не, мы сейчас не шарики, давай. Мы должны защищать крепость. Вот, смотри, полезли они. Да, вот, пошли убивать. Ой. Нас. Мне очень тяжело быть лучником. Слушай, да это же очень трудно прицелиться, думаешь, так легко? Голову! Да я хоть куда прицелиться бы? Да, ну хоть один раз. Да. И все, сердечко. Вот так? О, ну ты пока хорошо работаешь. Может быть, слава. О, викинга! Там викинг. Где викинг? Тёма. Тут везде викинг. Везде. А ну-ка, сходи. Вот так. Получай. Шарики хитпоинты дают, шарики надо подбирать. О, да, давай хитпоинты тоже. Зря? Давай хитпоинты. Подожди. В голову попадет! Нет. Ой, давай. Он такой шустрый, а? Да, какой быстрый. Он щит переставил, вот так. О, вот так, давай, хитпоинты. О, попал. Так. Давай. Фух. Внизу. У меня, если честно, уже... Руки устали, я так напрягаюсь. Не надо напрягайся, просто расслабься просто. Как все, расслабься. Вот давай, а ну, голову. Вот так, сразу. Подключилась крепость чуть-чуть, подключилась. А ну, может быть, кто-то идет еще? Идет, вот, Тёма, идет. Вот, справа. Еще справа. И слева, и справа, и везде, они везде идут.
везде, ну ты не останавливаешься. Ну хоть бы здесь пулемет добавили. Хочу пулемет добавить? Ага. Да, чтобы сразу вот так всех крушить с одного удара. Ну мы и так почти что с одного удара идем. Да. Ну самое главное, я хитпоинт. Ага, опять, вон они там, вон они. Я видел, как кто-то упал вот так головой. Тынищ. Ой-ой-ой. Ого, сколько их, Вики. Еще один. Слушай, этого, как мне его сбить-то? Ага, а, вот, о, получилось. Да, вот. Получи еще много денег. Вот так. Давай еще. Еще выйти. А ну давай, обычного такого. Шарики. Ничего. Так, слушай, седьмая. Волна? Волна седьмая, да. Тут, а, вот, да. Видишь, седьмая волна. Да. Возьми. Что-то быстро становится. Ой, сколько много викингов. Я ему шлем сбил. Вот еще сбил. В голову не успел ты. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, давай. Ой, блин. Что ты? Вот так ему лапу в лицо сыграл. Ой, этот пробрался. Сейчас точно крепость разрушилась. Ну чего, подлечились? Да, подлечились. Ну это хорошо. Их много тут, что-то слушай. У нас что, три волны было? Это уже восьмая волна. Вот там, давай стреляй в них. Они идут. Нет, они нас победили, Тёма. Ну, надо было стрелять, а ты не стрелял. Ну, что ты такой? Не бьюжись. Вот, ребята, какая интересная и вообще занимательная игра была. Очень-очень прикольно в неё играть. Особенно прикольно, потому что приходится постоянно как будто заниматься физическими упражнениями, доставать стрелы и как будто по-настоящему играть. Вот поверьте, если минут 20-30 играете, потом уже действительно начинают руки отваливаться. Но это еще не все. У нас еще много чего есть интересного для вас. И чтобы это не пропустить, вы обязательно подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на колокольчики. Да, и ставьте много лайков и всем капка! Пока-пока!